Virtu Signature S Design. Замена клавиатуры. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разбора подробно описана в ролике «Разбор Virtu Signature S Design». Снимаем клавиатуру вместе с подложкой. Откручиваем два винта в задней части клавиатуры. Затем убираем металлическую накладку и подложку клавиатуры. Пинцетом убираем резинку с подложки клавиатуры. На подложке клавиатуры находится микрофон и датчик света. Кнопки в данном аппарате выполнены из рубина. Собираем клавиатуру с подложкой и металлической накладкой и фиксируем их винтами. Устанавливаем клавиатуру в аппарат. Все, клавиатура заменена.